Йо, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Нет, понимаешь, это незаконно. До машины. Потом будут опять акты о превышении должностных полномочий, списком идти. В прошлый раз же было уже. Да, это все, поэтому нужны съемки, поэтому типа будут привлекаться. Смотри, что творит, вот. Вот мент, да, спиной, который был. А вот этот. Если бы тебя ничего не было, нет, ничего бы не сделали. Если бы удрала, не дура, ага, должна была бежать. Поняла, что арестуют. Не знаю, наверное, рискнула, что ничего не будет. Нет, царь! Рука очень стала дышать, фотик. На плече. Мне за нее зацепились дважды, кстати. Это на меня сладко узнал в прошлом митинге. Я с камеры отворачиваюсь в ту сторону. Либо поддержит, либо... Чтобы отчитаться за количество задержаний, что они на митинге. Просто группу не задержишь. Так, камера стоит. Свои забрали уже, да? Троих. Блядь, я не могу больше. Позор всех из молитвы! Позор! Позор!
город, я видел. Идем по нашему роду, ребят, здесь нас никто не видит, мы все тем же правильно. Пойдем. Вот это, кстати, я сейчас не дают выйти, они не хотят дать выйти, поэтому народ по кругу идет. Все хорошо. В какую-нибудь аптеку и купить спирт, я просто нас берут. Да что, вы сомневаетесь? Что, еще раз? Как это? Нормально. Ну ведь не первый раз, что было в прошлый раз? Никита! Ничего хорошего. Опять колдовство. Ты же видел, да. Камера, смотри записи. У меня облака есть. Соня! Да. Они пытались, значит, удержать кого-то. На каком основании? Скажите, пожалуйста. Они вы удержали кого-то? Маленький ребенок! Она мать, вы что, ребенок? Скажите, вы представитель закона, скажите, почему? Вместе! Я не слышу, хлопцы, вы не слышите. Владимир Николаевич, вопрос куда? Вам не спит? Они по щелчку поднимаются, как шапки последним сказали пас. Они свои зубы оскалили. Шапки! Шапки! Туда женщину стащили. Спокойно людей в машины выпускают всегда. Теперь никто не будет в пустую машину. Да, просто напросит, значит, на то, что арест реально. Получить 15 суток за просто так никто не хочет. Так, что у нас? Да, понял. На, просто ментов. Количество. Пошли, народ! Такой долг, главное, не теряться. Комментирует такая.
что? Ну, типа, не то, что это она тебе. Я понял, ну, говоришь, да, именно так. Да, и потом там здесь, короче, я сказал. Я координатор сдержать. Вот, смотри, кстати, сейчас. Она по факту ничего не делает, просто идет. Рома! Да. Ты как тут оказался? Я на каждый раз, на каждом бываю. Путин вор! Нет, не каждый день. Путин вор! 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 Идиоты, сейчас их задержим. Пошли, брат. Долой царя! Долой царя! Просто вот это уже нужно. По факту сейчас они... Да, двойная страшная, они ГИБДДшку сейчас могут, но всех не будут. Просто маска, берет маску. Вот она, критическая маска. Толпой никто не будет что делать. Долой царя! 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 Спасибо.